Одесскому велосипедному клубу «Атлет» исполнилось 22 года. Так совпало, что в субботу состоялось закрытие сезона в Южной велосипедной лиге. По традиции, последней гонкой сезона стала «Атлет Омниум». Как известно, подобные гонки обычно проходят на треке и состоят из нескольких видов. В данном случае было три вида. Гид на 750 метров с места, гонка на очки на 20 кругов и гонка с выбыванием на 13 кругов. Победители определялись в трех возрастных группах – от 16 до 34 лет, 35-45 и свыше 45. Необходимо было набрать максимальное количество очков по сумме трех видов. Невзирая на экстремальные погодные условия, на старт вышло более 20 гонщиков. Для такой погоды это удивительный показатель. Нам не страшен сильный дождь. Такое в нашем спорте случается частенько. Сезон на сезон не приходится, но бывает. Гонки готовы? Конечно. Вот мой номер, болейте за меня. В результате напряженной борьбы победителями в своих возрастных группах стали Андрей Гладкий до 34, Андрей Шукера до 45 и Игорь Яковлев в категории 45+. Итоговая гонка определила и победителя рейтинга UVL-2012. Им стал Сергей Краснов. Впереди у гонщиков восстановительный период, который продлится до 15 ноября, после чего начнется подготовка к следующему велосипедному сезону. Он стартует по традиции в марте. Гонкой «Мемориал» Сергея Уточкина.